КамАЗ 65-20, шасси после капитального ремонта и кузов Амкар, сельхозный, трехсторонней разгрузки с двумя цилиндрами. Вот такой вот он у нас красивый и практичный получился. А, завод, получается, Амкар, автомастер, они сами вот дорабатывали и крылья поставили, фонари сами, вот это все они уже делали сами. Но то, что точно могу сказать, это действительно большой завод. Все четко. Нам хотелось бы, конечно, быстрее, но по факту все четко, ну реально круто, круто. Это у нас шасси, сделан под заказ, из 2014 года. Бак 700-литровый. Вот такой вот он у нас мощный, классный. КамАЗ 65-20, шасси 2014 года, сделан под заказ. Кузов Амкар, сельхозный, зерновоз. КамАЗ после капитального ремонта, кузов новый. Сделан под заказ для Волгограда. Вот сегодня они поедут. Здесь у нас двигатель Евро-2, топливная аппаратура Язда, 360 лошадей. Коробка ZF-16. Посмотрите на исполнение машины, на исполнение кузова. Кабина рестайлинг, кабина на подушках. 700-литровый бак с отбойниками, все как положено. Видите, как оригинально сделали амкаровцы. Они же ставили крылья. С нас было здесь шасси. Мосты КамАЗ, резин-диски новые. Фонари они сами поставили, парковку поставили мы. Все четко. Место для госномера. Вот такая вот тут у нас лестница. Гидробак, запаска новая. Резина впереди стоит такая же, как и сзади. Заказ клиента. Пневмосиденье. Европанель. Вот в таком вот все четко. Остановись! Да. Итак, отгрузка КамАЗа сейчас поедет. Я не один. С дочкой провожаем мы наш могучий КамАЗ, сельхозник.
все номера прикрутили. Все. Все водитель проверил, просмотрел, все хорошо. Можно ехать. Опа. Вот мы, да, Казан? Вот, купили запчасти. Они время потратили немножко. ПЗД новые, на другие КамАЗы. Сиденье. Да, она ехала. Ну все, поехал наш КамАЗ Волгоград.